Приветствую всех, с вами Нидерамос, мы продолжаем играть в третью Final Fantasy. И тут подсказали, что мы можем зайти в какой-то домик. Так, нет, вряд ли в этот, это магазин. После входа прямо в деревню должен быть домик. Надо бы зайти посмотреть, что там не так. Вот это, наверное, домик, да? Ты домик. С кем-то тут надо поговорить. Уже с тобой? А, Дэш, мой дорогой Дэш, когда же ты вернешься? Зачем тебе понадобилось идти в горы на востоке, где, по слухам, обитает дракон? Кто заставил тебя пойти в такое место? Эй, думаете, нам стоит проверить эту гору дракона? Еще как? Нам нужно найти этого Дэша и вернуть его обратно. Ага, видимо, вот это нам там нужно. Моя дочь Салин влюбилась в этого бродягу Дэша. Но он не пробовал нас и 2 недель, как снова ушел, бурча в каком-то чрезвычайно важном задании. С тех пор Салина не перестает плакать. Не знаю, что это было. Зависла игра. Напрочь. Ладно, думаю, теперь все, что нужно было, произошло. Горы, где, по слухам, обитает дракон. Мыс дракона. Трава. А тут враги водятся, я так понимаю, да? Кто бы сомневался? Интересно, я так их смогу угасить? Ух ты ж. Ни хренашечки. Это что за хренотень? Так, выключу ранг. О, отлично. Вот ненавижу этих как адресов. Или как их тут зовут. Ужас. Полный ады. Сундучок. Хочет и дают чуть-чуть лекарств. Что происходит? Оригинально. Какие-то вы одинаковые. Ты Дэш, да? Вы, ребята, мол, не блещете, раз позволили этому дракону поймать вас. Кто бы говорил? Он же тебя тоже поймал, ведь так? Ну, похоже на то. Меня зовут Дэш. Приятно с вами познакомиться. А, дракон вернулся. Бежим. Даже не думайте драться с этой громадиной. Не делайте глупостей. Вам с ней не справиться. Бежим, бежим. Да. Нафиг, нафиг. Богомут? Да ни хренашечки себе. Так, по идее ты... Давай посмотрим, как у тебя вот это работает. Так, окей. Нет. Давай. Магию хочу попробовать. Тебе пока ничего делать не надо. О, да. Ой. Тут можно убежать, интересно? Чё-то мне не кажется.
Что-то вряд ли это хорошо закончится. А, можно убежать. Кажется, убежали. Вот, почему бы вам не взять этот свиток с заклинанием мини? Я еще недостаточно силен в магии, чтобы воспользоваться. А взамен вы позволите мне путешествовать вместе с вами. Понимаете, я потерял память. Единственное, что я помню, свое имя. Конечно, я только за. Ты не возражаешь? В чем спрашиваешь именно меня? А, проехали. Идеш, ты хоть знаешь, что довел Салину до слез? Да. Понимаете, хоть я ничего не помню, но точно знаю, что должен сделать что-то важное. Скоро обо всем вспомню, не волнуйтесь. У меня теперь есть такие надежные друзья. А зачем мне мини? Нам лучше убраться отсюда до того, как этот дракон вернется. Прыгаем. Что происходит вообще? Ни хрена себе вы спрыгнули. О, отлично, меня даже еще и вылечили. Опа. Здорово. Я хочу взять с собой немного этой странной воды в деревню лилипутов. К югу отсюда. Только лилипуты могут войти в эту деревню. Если только вы не воспользуетесь заклинанием мини, оно уменьшит вас до размеров лилипута. И вы сможете посетить Тозос, деревню лилипутов. Нормально так. Бам. ЖЗМГ. А, это тоже вода. Оно здесь что-то лежит. Ну, а, это статус снят. А эта вода что делает? А, это... Да я тебе угадаю, она воскрешает. Нифига себе нас... выкинуло. Так, натиск. Вообще, что это такое? Этого я беру на себя. Нифига себе ты жесткий. Обалдеть. Недостаточно силен в магии, понимаешь. Покруче нас будет. Умник нашелся. Так, а где тут деревня к югу? Игра, ты чё? Ну ладно вам. Короче. Фига себе, башкой ударила. Да вы обалдели. Зелька. Нормально. Где деревня? Или мне надо уже применить клинание мини на себя? Ха-ха, смешно. Миниатюрный люнет. Еще одна. Интересно. Нам дал еще одну мини. А зачем она нам? Дайте-ка я еще раз подлечусь. О! Дэш тоже стал мелким. Так, шутить. Окей. Ну что, теперь мы сможем где-то войти. Где-то вот там, например.
что не видно ничего. А? Окей. Добро пожаловать в Тозус, друзья. Бухта Миралка, дом викингов, находится в дальнем конце тоннеля, проходящего через цепи гор Миранос. Добро пожаловать в Моксеть, Купа. Для нашей службы ты сможешь получать письма от людей, да даже папа-папам. Что новое? На днях к нам в Уру заезжал странствующий торговец. Он сидел верхом на Чукову. Как удобное средство передвижения. Я Лилипут, и это мой приют. Вот так понравилось мое убранство. А, вам так понравилось мое убранство, что вы стоите под тупый взор? Интерес такое поселение. Тогда эти-ка я вот к тебе зайду, например. Вроде ни хренашечки полезного нет. Как так? А это тогда что, погодите? Хлеб Лилипут показывает подробную карту. Давайте возьмем, вдруг понадобится. Хлеб. Пекарня. Еще не пробовали наш хлеб? Эхилс есть? Получится такой же эффект, как от заклинания взор. А, будет, то есть будет еще заклинание, которое маги, ой, маг, карту позволяет видеть. Познай мир с хлебом Лилипутов. Плохой слоган, а? Плюс ко всему, у него такое нежное дрожжевое послевкусие. Так, валим. Доктор Шалка заболел. Мы обречены. Никто не сможет его вылечить, если... Никто не сможет его вылечить, потому что... Он здесь единственный доктор. Целитель, исцели себя, иначе нам конец. О, браслет мифриловый. Нормально. Необходимо противоядие. Противоядие, такая вещь. Уф, ты меня спас. Впредь буду осторожнее дегустировать ягоды в лесу. В благодарности я поделюсь с вами одной из моих тайн. А-а-а. Спуститесь вниз по лестнице в конце этого прохода, и вы найдете путь к бухте Миралка. А, то есть нам обязательно надо было этого человека спасти. Эту Лилипута. Окей, буду знать. Перо Феникса. Еще одно. Нормально. Тоннель Тозоса. Странный ракурс камера. Человеческий череп такой огромный. Тут ничего нет? Тут ничего нет. Опа, тут враги есть. Это что? Нормально. Я не знаю, что это было, и честно сказать, не очень хочу знать. Мы какие-то мелкие. Нам сейчас со всякой нечистью сражаться, это не очень приятно. Да ну, чтоб тебе. Нормально. Входит, вносит свою лепту. А нам опыт идет. Правда, немного. По-моему, были места, где больше опыта нам давали. Да ну что пост.
О, да. Урон у нас... громадный просто. Темнолицый. Можно было догадаться. Шесть ударов и вообще урона не нанеслось. Как так? Так, не знаю, что тут за хрень происходит, честно скажу. Почему-то оно зависает. Ну, а давайте я за кадром перепройду. Я тут перезапустил этот эмулятор, может, что-то просто неправильно загрузилось, кто его знает. В общем, увидимся когда-нибудь, когда я вернусь к тому месту примерно. Кстати говоря, я пропустил тот магазинчик в деревне Лилипутов с магией. Давайте заглянем, что у них тут есть. О! Сипатаяд, молния. В общем, это возьмем. Яд не нужен. Я не очень люблю упарываться в статусы. И, кстати говоря, я тут заметил одну фишку забавную. То, что я не заметил в прошлый раз. В общем, тут есть такая кнопочка, все члены группы, то есть я мог за одну единицу маны всю группу превратить в лилипутов. Они мучатся тогда вот с этим. С этой штуковиной. Кстати, дайте-ка я на карту сохранить, а то что-то там не то. Так, выйду на карту, сохранись. Чтобы не делать еще потом лишний раз всю эту страшную махинацию. Сохранение завершено. В общем... я, пожалуй, даже тут немножечко попрокачиваю себе уровень с этим вот. Когда у нас Дэш в команде, а то он хорошо так выносит, помогает выносить монстров этих. Так что... Увидимся через секундочку. Так. И вот я добрался до выхода. До некоего. Давайте-ка сразу уберу себе лилипутность. Мне это не очень, честно говоря, нравится. Но я совсем немножко попрокачивался, вот 13 уровень, и ранг профессии немножечко выше, чем был тоже. Кстати, дайте-ка я один кусочек хлебушка съем. Смотрю хоть как карта у нас тут вообще выглядит. Честно, как-то вообще ни хрена непонятно. Окей, неважно, будем считать. Убежище викингов. Здорово. Дай поспать, мне снится, как мы снова будем под парусом. Яр, мы викинги, короли открытых морей. Или когда-то ими были. Синтерсин пробудил морского дракона, и он не очень-то был нам рад. Он топил все наши корабли. Ну, все, кроме Энтерпрайза. Но мы не можем убить морского дракона всего с одним кораблем. Что ж вот так. Так, это у нас... электрокинжал. У нас кинжал. Фиговенько так. Что мне еще прикажешь делать, кроме как пить целыми днями эль? Что такое викинг без его корабля, а? Это нет вины нашего босса, он просто не в силах избавить нас от этого морского чудища. Вы сможете найти храм Нептуна на конце мыса?
Мне это интересно, спросите о нем у нашего босса. Босс, ты здесь? Или нет? О! О! Да. Да, мне сразу много. Что были. Да, опять же. Да. Так, ну и немножечко этих. Что было? Пригодятся. Ночь под гостиницей обойдется вам 40 гилей. Да, давайте. Магию себе восстановим. Тоже хорошая идея. Да, спал как убитый. О, маг. Здорово. Тысячу стоит. Обалдеть. Нет, правда, обалдеть. Как-то оно дорогое, знаете ли. Учитывая, что пользовать его не особо-то в наличии, на самом деле. Кроме вот такого сюжетного момента, когда нужно пройти куда-то. Я сомневаюсь, что каких-то врагов можно будет липутами сделать. Опять ты. А, ну да, я не прочитал там, в той деревне, когда переигрывал. Вот там внизу. Да что это со всеми? Потеряли парочку кораблей, ведут себя так, будто их изгнали из Вальхаллы. Энтерпрайз хороший корабль. Кто захочет выходить на нем в море, когда в близлежащих водах тебя уже поджидает морской дракон? Да, это я здесь всем заведую. Хотя заведовать-то особо и нечем с тех пор, как появился морской дракон и разрушил почти все наши корабли. А вы выглядите умелыми воинами. Если сможете одолеть дракона, то наш лучший корабль Enterprise ваш. Правда? Обещаешь? Это слово чести викинга. Если же вы, конечно, вернетесь. Не садитесь на корабль, если вам дорога жизнь. Морской дракон нападет на любое судно, которое попытается подплыть к мысу. Похоже, это дракон Непта. Огромный змей, в честь которого и был построен храм Непта. Но если он, конечно, такой же злобный, как Бахамут, то нам с ним делать... мы с ним ничего не сделаем. Хотя, если предположить, что... дракон... чем Бахамут — это король драконов, то вполне может быть, что мы с ним сможем одолеться. Ну давай, давай, проходись отсюда. Нафиг, ребят. Давай ты натиск сделаешь. Я, честно говоря, не знаю, есть ли тут... Но, по-моему, нет какого-то описания. Что делает конкретная атака? Окей. Интересно, тут есть какой-то скрипт, или он просто меня сейчас сожрет и будет game over? А, ну все, значит. Хорошо, ты сохранился. Тогда почему Бахамут, король драконов, такой... такой дынище ходячий? Я не понимаю. Честно скажу. В сравнении с этой чудищей, Бахамут получается это вообще такая фиговина. Ну, может, конечно, здесь Бахамут это ни разу не король драконов. Ладно, нафиг. Отсюда его. А может быть, нам надо здесь что-то сделать? Это... какая музыка классная.
статы дракон Лепт, только одного глаза не хватает. Похоже, за этим отверстием что-то есть. Возможно, куда-то пролезем, если вас придут на семье. Ага. Знаете, давайте мы на этом закончим данную серию. Попробовать пролезть туда с помощью заклинания мини мы уже будем в следующей серии. Сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих сериях.